сделал. Вот, Майкл Джексон. Я Майкл Джексон. Не. Майкл Джексон. Я похож на Майкл Джексон, я знаю. Майкл Джексон похож на меня. Я первый, а потом Майкл Джексон, да? Да. Давай. Что давать? Я первый, ты говоришь испанский первый, как я, а потом русский. Я не знаю испанского, не могу. Ты знаешь? Да, я знаю. Я знаю. Испанского я не знаю, говорить на испанском не умею. Короче, мы на Кубе, второй день в ковидном отеле. Сами себя развлекаем, потому что тут можно с ума сойти, честно говоря. Из номера выходить нельзя, пойти некуда. Ну, вид у нас тут тоже. С балкона не очень, ну, на соседний двор. Ну ты хороший, потому что ты чалился с Майкл Джексон. Я Майкл Джексон. Да, вот мой муж Майкл Джексон. Ну вот нам принесли завтрак. Фрукты. Опять какие-то булочки, тостеры, круассаны, омлет, кусочек сосиски. Знаю. Бурьято, sweet potato, картошка sweet, картошка, ну sweet, sweet potato по-английски, бурьято. Короче, ананас, как гуава, не знаю. Гуава. Да, по-английски тоже. Гуава, папайя, манго, папайя. Ну, весь набор. Все фрукты дают, причем свежие. Все хорошо. Да, все хорошо. Ура! Воду приносят каждый день. Вот по 2-3 бутылки. С водой напряженки нету. Я думала, опять кушать принесли. Что-то нас тут закармливают явно. Бесконечно несут еду. Нам принесли скромный кубинский обед. Здесь чисто кубинские блюда, как я вижу. Да, Марюсь? Расскажи, что тут у нас на столе. Ты любишь? Не знаю, расскажи, что принесли. Это роче. Это курица. Чикен. Чикен, да. И рис? Конгрис, арроз конгрис, это кубинский. Кубинский рис. Да. Это фланг. О, очень хорошо. Это их десерт. Угу, да, фланг. Это зовут фланг. Угу. Это салат. Салат с креветками. Да, салат, да. Ну, вот, салат с креветками. А очень русская салат. Это стик. Колбасы, ветчина. Да, это сыр. Да, сыр, колбаса, ветчина. Да. Два салата овощных. Да, салат. Маринда. Да? Маринда апельсиновая? Оранжина апельсиновая, да. Это твой кок. Кола. Ну и булочки, как всегда. Да. А я тоже, как всегда. И ты тоже, как всегда. Я Майкл Джексон. Садимся кушать, садимся обедать. Ты не хочешь курицу? Хочу. Ты не хочешь? Да. Да. Я хочу. Да? Ты не объешься? Да. А, sweet potato, да. Я не знаю русский как. Это значит potato. Картошка. И это sweet potato. Батат. Да. По-русски. Это может быть sweet. Нет как картошка, нет. Ну, она похожа, она по вкусу очень похожа на картошку, только немножко сладковатая. Да, посмотри, и там Россия, здорово. Да, батат у нас тоже продают в магазинах в России. 160 рублей килограмм. А вот это, Борь, расскажи,
Это fine sweets. Fine. Все красиво. Хороший. Sweet. Это план. Мы есть здесь на Куба. Это план. А второй пудин. Пудин. Это план. Это сладкий десерт, да? Десерт. Десерт. Это как экс по-русски. Яйцо. Яйцо. Хлебо. Хлебо. Да. Это карамель. Карамель. Чен-чен, да, карамель здесь. А потом нет проблем, потому что нет. Да, хорошо. Ты можешь готовить, да, это. Больше, маленькое, потому что ты. Очень хорошо, флан. Уф. Fine sweet. Хорошо. Лежала я на кровати и вовремя села. Упала вот эта вот штука. Не знаю откуда, но меня бы точно убило. Не знаю, как. Откуда она вообще свалилась? Не знаешь. А, вон она откуда, нормально вообще. Так она опять на голову упадет, Боря. Да, первый так, да, первый так, да. Я первый, и потом. Вообще нормально, конечно. Нету, нормально. Давай сюда. Мяу. Кушать еще. Да. Давай, нет, ты тебе не ест? Здесь? Нет? Не кушать. Как? Какать? А, кошка. Курица твоя. Не. Смотри. Давай еще неси. Еще? Хочу сказать, что в этот отель отправляют тех, которые приехали с Америки, с России и имеют статус. Мы приехали, муж и жена, с России, поэтому отправили в этот отель. Я кубинец, не кубинец, кубинец русский, поэтому я здесь. Он кубинец американский, кубинец французский. Да, поэтому условия здесь у нас, в принципе, хорошие, только из номера не выпускают. Можно на балкон, можно выглянуть в коридор с двери. Тоже загоняют в номер сидеть. Кормят на убой, все отлично. Мой зовут сейчас Дюма не курник, Дюма человек, путешествует. Россия, американцы, Дюма. Мигрант? Да. Дюма это человек не курит. А, ну я сказала, который имеет статус уже. Да. Не совсем кубинец. Доля, да. Он есть доля, он Дюма. Это не это кубинец. Плохая, не. Он Дюма. Он хороший. Доля. Платежеспособный. Ты знаешь, Дюма. Дюма есть. Место в Америке. Индусы, Дюма, индусы. А здесь Дюма все. Нет. Это история. И знаешь, Дюма это место. Это место, раньше, они индусы. Эквадор индусы. Нет, Дюма, Мексика. Боливия. Дюма, индусы, Дюма, американцы. Поэтому я Дюма, не плохое место, понимаешь? Он Дюма, есть доллар, я знаю, я буду в Кубине, а сейчас нет в Кубине.
Информация для тех, кто в феврале ездил на Кайо-Кока и попал в карантин. При приезде брали тесты у людей и говорили, что типа у одного из членов семьи положительный тест, вы поедете в отель на карантин. А у жены, допустим, тест нормальный. Ее отправляли в тот отель, который они забронировали. Так как люди русские испанского языка не знали, они не поняли. Можно было ехать в один отель вдвоем, муж с женой. Но сидеть на карантине – это обязательное условие. Потому что в интернете очень много писали. Вот, нас разделили, мужа отправили, связи нет. Связь здесь есть. Нужно позвонить по телефону на ресепшн. Тебе принесут карточку. Сейчас во всех отелях на Кубе есть связь. Примерно $2 стоит день. Можно пользоваться связью, хотя она не всегда хорошая. Вот ночью сегодня мы пытались связаться с Россией. Не очень хорошая связь. Так что можно было нашим ехать с семьей, отсиживать вместе карантин в одном отеле. Тогда не было бы разделения. Красиво. Да, опыт в этой Мексике тоже, Доминикана тоже, Пуэрто-Рико тоже, Куба тоже, Хауай тоже, Ямайка тоже, похоже. Понимаешь? Похоже. Доброе утро. Всем привет. У нас сегодня третий день пребывания в этом отеле. Что увидели? Они не понимают меня. Buenos días. Bien, aquí estoy. En nuestro país. А вон петухи у нас пришли. Капарус, это ростер. Петух, курица. На гаине, гай, ростер, хен. По-английски, но я не знаю по-русски как. Петух и курица. Курица. Да, чикен. Чикен. Да, чикен, чикен, but это ростер. Гаю, ростер. Это мужчина. Это женщина. Хэм. По-английски. Да, чикен. Чикен это когда ты кушаешь. Понимаешь? Нет, чикен. Осторожно. Я помню, там Россия. Спрашивает Дима, что это? Это пик. Пик, но пик is alive. Сейчас порт. Я кушаю. Понимаешь? Немножко расскажем вам про кубинскую культуру. Вот там вот вид с нашего балкона. Суббота-воскресенье приехали кубинцы. Вон там вот, видите, сидят. Не нормально здесь. Нормально, мужчину здесь, а женщина здесь. Ты смотри, мужчину пьет алкоголь, да, это нормально здесь. Нет. Может быть, осторожно. Мужчину здесь кого нормально? Ром. Это кубинец, ром. А что они делают на выходные? Сейчас они одели готовят мясо. Там просто мясо, порт, мясо, это наш мясо, порт. А женщины? Женщина, посуда, вот там посуда, говорит их, женщина, тесно им. Сейчас они хотят домино. Это всегда, это культура. Вот так вот. Мужчина с женщиной приехали с семьей отдохнуть на выходные дни. Мужчины сидят отдельно, женщины отдельно. Мужчины сейчас выпьют, пойдут в домино играть. А женщина их обслуживает. Посуду моет, готовит, все отлично. Вот там, смотрите. Да, Боря? Хорошая культура. Я знаю, я кубинец. Поэтому я буду здесь, посмотрю людей, потому что я там в России нету, не похож. А вторая культура, вторая. Вот здесь солнце, дом, музыка, мясо, поп,
Всегда по. Поросенка всегда. Да, по. Приехали они купаться в море, да, отдыхать там выходные. Да, знаете, когда меняться с детства, меня как по-русски чичароны, точно. Они мясо, дети, чичароны. Это куни. Целого поросенка на вертеле. Да, это они готовы, там потом там не Россия нет. Это куни. Это культура. Они богатые? Да. Да. Сейчас они да, с пивом сейчас. Да, потом ром. Это нормально. Я пью ром. Нормально. Музыка. Касино. Знаешь касино? Касино. Это курение. Наш. Это наш. Касино, мясо. У нас, да. У нас мы жили по-другому. Как ты знаешь, в России. Курили, мясо. Боря у нас мыл посуду, да? Да. Готовил иногда. А я на работу ходила. Да? Я ходила на работу, Боря все по дому делал. Начните на готовый рис. Арбакон рис. Знаешь, да, рис. С фасолью. Да, да, рис фасоль, рис. Арбакон кон рис. Чечена, банана. Готовый банан. Знаешь, тостон. Тостонец, жареный банан. Тостон, это говорили, это 50 тамары, тамары по-английски кон. Кон, тамары. Кукуруза. Да, кукуруза, это говорили. Ты знаешь, они гумени, потому что мясо, музыка, пиво, танцы. Да, женщина здесь, а мужчина здесь. Мужчина говорит, мужчина, комментарий мужчина. Она посуда, готовит, потом дома. Это нормально. На машинах приехали? Да, на машине. Семья. Может быть. А вон там машина, да, стоит. Да, машина. Может быть три резиденты здесь, а потом вторая семья. Да. Самая. Ром, пиво, такая мясо. Это семья или друзья? Это семья или друзья? Да, семья, семья. Такая большая? Мама, папа? Да, мама, папа, бабушка, дедушка. Сейчас я дал слово. Сейчас. Дедушка, иди сюда, дедушка. Он, да, семья, да, муж, а, сестра, сестра, муж, сестра. Потому что я буду здесь смотреть нашу культуру, это наша культура. Четвертый день, сегодня мы прибываем в отеле «Пальма». Нам браслеты одели на изоляция. Что хочу сказать? Хочу сказать, что когда я читала отзывы в интернете про путешествие в феврале месяце людей из России на Кайокора, то там по прилету брали тесты, ПЦР-тест на коронавирус. И выяснялось вдруг, что один из этой пары человек является носителем коронавируса или просто тест положительный, и его отправляли в такой же отель на изоляцию. Очень много было отрицательных отзывов, люди вообще не понимали почему, потому что на самом деле все были здоровы, никаких симптомов, ничего у людей не было. И в принципе, все жаловались на то, что пары разъединяли. Я знала это, поэтому сразу сказала, что я поеду с мужем со своим отбывать карантин. И хочу сказать, что нас привезли в отель
для кубинцев, которые прибывают из-за рубежа, у них обязательный карантин 5 дней. И здесь только мы пары размещены, все остальные сидят в одиночку. Бориса называют русским, потому что русская жена. Тут есть у нас американцы, то есть кубинцы, приехавшие из Америки, из Финляндии, да? Ланда. Латентина. Вчера она поехала. Она отсидела. Нам сказали по-тихому отсидеть здесь 5 дней, и тогда мы сможем вернуться в наш отель. Конечно, наши русские, когда не понимают испанского языка, они начинают нервничать и требовать свои права. Поэтому они не поняли, что можно, в принципе, вдвоем поехать в отель. Ну вот завтра у нас у Бориса должны взять еще один тест на коронавирус. Я так думаю, что там даже никто не смотрит, положительный он или отрицательный. Я думаю, что никого нет, отрицательных нет. Нет тестов. Редко. Но это мое личное мнение. Смотрим сейчас программу кубинскую. Там все дикторы телевидения, вообще все в масках. Говорят, ничего не понятно. В маске. То есть, да, на Кубе очень боятся коронавируса, хотя сейчас я не вижу особой эпидемии. Приезжают кубинцы, ходят купаться, с семьей приехали на машине. У нас в номере есть телевизор, приносит кушать. Номер, в принципе, неплохой, только ни разу не убирали. Вот мы четвертый день, никто не менял полотенце, ни разу не вытирали пыль. Тут довольно-таки грязно. Смотрим кубинские новости. По-моему, они так боятся коронавируса, что 100 масок готовы нацепить. Да? Да, это не нормально. Это больше. Это да, нормально. Нормально, может быть, да. Смотрите. Они говорят, даже ничего не понятно. Все в масках и даже показали на плантациях перца в горах, где вообще никого нет, два человека, они там в маске под палящим солнцем работают. А что там, Боря, вакцину, да? Они... Да. Давно? Вакцина. Сейчас они есть дигитальный паспорт. А, сертификат, да, что ты сделал вакцину? By cell phone. В телефоне, QR-код. Да. Нам принесли обед. Шоколадное мороженое, салат из креветок, фрукты, салат, мясо. Дождик. Вот, вышли мы наконец-то из отеля тюрьмы. Да. Мы закончили. Да. Сейчас. Идем в Каваму. Да, Кавама. Сейчас. Солнце. Короче. Понравился? Да. Пойдем. Солнце. Здорово. Shutterstock Music.